Он претендует на звание человека с самыми сильными пальцами на планете. Житель Дагестана, которому всего 21 год, ставит уникальные рекорды у себя на родине. Некоторые говорят, он как шаолинский монах. Уникальные способности оценил и наш корреспондент Мурат Магомедов. Руки этого дагестанца словно каменные. Курбан Гасанов делает то, что еще никому не удавалось. Он подтягивается на одном мизинце. А тут в деле и железные пальцы, и великолепное умение балансировать. Вот Курбан держит ролик только средними пальцами и отрывает ноги от пола. Это только начало. Вот он показывает еще один уникальный трюк. Отжимается на двух пальцах. На шее 25 килограммов. А в этот момент, казалось, вот-вот его пальцы сломаются. И тут мы думали, что парень вот-вот оторвет себе мизинцы. Курбан Гасанов тренируется дома, на улице, в спортзале. Кажется, порой снаряды ему не нужны. Курбану Гасанову 21 год, и он претендует на звание человека с самыми сильными пальцами на планете. Подтягиваться на мизинце он научился всего за одну неделю. Было больно, но я потихоньку привык. Он тренируется 3 года, уже разучил более 50 эффектных элементов. Курбан как монахи Шаолинь. Но если они на пальцах стояли, то кавказец на пальцах вытворяет невероятное. И это с травмированной рукой. Вот последствия неудачного падения с турника. Здесь 4 перелома. 2 здесь и 2 здесь. Из-за этого я не занимался 1 год и 3 месяца. Несмотря на тяжелейшую травму, Курбан прогрессирует. Даже элементарные для него упражнения обычному человеку не под силу. Ну-ка, покажи, как отжимания ты делаешь. Это легче? Намного легче. Он легко удерживает свое тело в этой стойке даже на 2 пальцах. Спортсмены подтверждают, Курбан – исключительный атлет. Парень реально молодец. То, что он творит, я впервые такое вижу. Даже в Ютубе не видел таких трюков. И, конечно, все вокруг сразу пытаются повторить увиденное. Я могу так палец себе сломать, чем подтягивание сделать. А вот так можно. Вот так. Если хоть... Так тоже не получается. Курбан Гасанов уже обрел огромную армию поклонников. Им восхищаются люди со всего мира. Парень отправил заявку в Книгу рекордов России. Собирается для комиссии как минимум 3 раза подтянуться на мизинце. И может показать еще 10 уникальных элементов. Мурат Магомедов, Рамзан Рашидов, Патимат Гусейнова, Изаур Магомедов. Известия специально для 5 канала.